Добрый день, меня зовут Ржевкина Екатерина, я являюсь сотрудником Южной винной компании. Это российское производство, которое создает вино из российского винограда. У компании более 1000 гектар собственного виноградника. Наши вина известны не только в России, но и за рубежом. Например, одно из наших вин, вино «Цитрон», в 2018 году получило бронзовую медаль на дегустационном конкурсе «Декантер». Это наша гордость. А недавно на дегустационном конкурсе «Винный гид Продэкспо 2019» золото получило наше вино «Виорика», вино 2017 года. Отличное вино с медовым ароматом, приятным освежающим вкусом. Приходите к нам, попробуйте.